Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Stonehearts. Так, в общем, потихоньку они заново строят дом вот здесь. Вот он вместо того, чтобы построить дерево, он его скинул. Идиот, идиот. Не знаю, что с ними не так. Ну, догадываюсь, что они просто кретины. Так, ага, это делать не надо. Все, молодцы. Да, с кладбищем уже более-менее, но я хочу его огородить. Почему-то я хочу его огородить. Ну, в смысле, чтобы они его нафиг не видели, потому что одна такая хрень дает минус 4. И когда они смотрят, они расстраиваются. Вот, так, пеларгони у нас тут, в принципе, все созрели. Ну, мы их собираем теперь, потому что мы остальные я убрал. Они теперь из них как раз-таки делают все активно. Но нам, скорее всего, не хватит. Сейчас я посмотрю, правда, но, скорее всего, не хватит. Так, 8. Да, не хватит. А, опять что-то пошло не так. Превосходно. Там блок достать не могут. Ну, жопа. Одним словом, жопа. Ну, мы вот этот кусок сравняем. Кстати говоря. 183, 408. Принять. Ой, торгаш прибыл. И новый житель бежит к нам. Замечательно. Так, у нас кузнец изучил новые эти. Фигни делать. Да. Чем кузнецы занимаются? А ничем, ё-моё. Ничем. А, вот это нет, а вот это да. Пусть занимается. Так, а это не шапка, да? Нет. Так, а если я вот здесь нажму отменить? Не отменяется. Ну ладно. Так, жители, какого хрена? А, все, вопрос исчерпан. Мне кажется, им тупо складов не хватает. Как у нас по складам? Да никак. У нас складов-то и больше и нету. То есть, как бы, жители приходят. Вот, для следующего надо 190 тысяч. А у нас хранилище сейчас забьется. О, вот это жесть. Вот это жесть. Да. Я-то... А, я всех торгашей, я уже... О, черт. Превосходно. Ладно, дом ткача. Дверь мы прям почти перекроем ей. Ну ладно, нормально, сойдет и так. Сойдет и так. Так, четвертую скорость, естественно, нам надо быстрее все заканчивать, потому что скоро у нас уже финал. Потому что я не буду ждать 80 жителей. Я просто тупо не смогу столько построить. Это во-первых, а во-вторых, почему у нас никто не занимается животными? Угу. И я жду, конечно, когда они дом этот достроят. Так, ну и, конечно же, посмотреть, что они не хватает им в доме. А все хватает. Прелесть. Просто прелесть. Да, ткача я уже нового назначил. Кровать, естественно, моему... подберем, ну, кровать мы ему назначим, ткачу. Это у нас он как бы житель, а так будет ткач. Чтобы он спал в доме, работал в доме, да, чтобы вообще из дома не выходил. Тем более вот здесь у нас все стоит, поэтому еду ему сюда тоже будут приносить. Она уже здесь есть. Причем даже дикие пеларгонии. Прекрасно. Так. Ясно, ясно, ясно. 50? Нет, давайте по 20 просто сделаем пару раз. Вот, и вот сюда назначим это все. 60 не хватит, я знаю, конечно же, что 60 не хватит, но нам надо сделать ковер, кровь из носа, ковер сделать. Вот эти ковры сделать и вот этот, да. Это на потом вообще, на самый-самый потом, вообще даже не надо. Да, вообще не надо. Все. Вот этих еще давай. 20.
пару раз сделаем. Да, и ладно, и вот этих, предположим, еще 20. Ить, да я знаю. И вот этих 20. Все, да, все, больше ничего не делаем. Все остальное нам на ковры уйдет. На один ковер 3 надо. То есть у нас 80. Ё-моё, у нас 62. Ладно, округлим до 60, это 180 надо вот этих ниток. Ё-моё. Ууу. 180 ниток. 30. Еще скинем сюда. И еще 30 скинем сюда. Да, ну вот поэтому ткач нам и нужен еще один. Эти вот жестко тупят. Не понимаю, что они достроить нормальный дом не могут. Я бы уже его достроил в одного. Если бы мне было можно самому его строить. Так, настал новый день. Придурки. Придурки. Не, ну они спуститься могут. Вот у них есть. И вон, спуск 2. С этим у них проблем нету. Ну вот жрать кто-то хочет. Так, стоп. Может они реально кретины? Не. Ой, стоп, что там было? Торгаш? А, нет, спасибо. А, я зато своему торгашу сейчас продам все. Может купить что-нибудь? Нет, купить нечего у него, значит продать. Да, вот это. Вот это. Так, что еще продать? Вот это можно продать. Я даже синее, пожалуй, продавать буду все. Ага, все, у нее денег нету. 183, 190. О, ткач стал второго уровня, превосходно. Давай, 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 давай. Так, кстати, я забываю все время про вот этих ребят. Они ни хрена не делают. Молодцы, молодцы. А я смотрю, я что-то забыл совсем про них. Совсем про них забыл. Они ни хрена уже не делают, у них все хорошо. Так. Все, ребят, занимайтесь. Так, это тут пляшет. Им даже до строительства вообще по барабану. Они вон пляшут. Это из-за того, что дерево никто не подвести не может. Потому что у меня, как оказалось, дерева нет. То есть вот это дерево, они не на складах. Им таскать оттуда приходится его. Да, хотя бы вот это заберите. И пойдемте уже намыливаем ше... Стоп, а у нас некому шею... А, нет, только вот эти. А церковуха? Церковуха стоит, стоит. Ну мы вот здесь лестницу пристроим к церкухе и пойдем бахмудохать. Я не хочу вот тут строить, я про нее забуду, потом прибегут эти ушлепки и нас разложат. Не. Ну разложить, конечно, не разложат, но просто доставят дискомфорт. Поэтому можно залезть на... А, они подыхают, собачки-то, все, собачек нет уже. Они с голодухи помирают, там даже охотиться не на кого, кроме как на оленя. Одного. О, опять эти ребята. Ой, как они мне нравятся. Да, ошибок вылетело... Только я вспомнил про ошибки. Вот еще одна. Превосходно. Доп. Ошибка. Как вы понимаете, толку дальше играть вообще нету, если так подумать, поэтому да, сегодня у нас будет финальная серия, потому что, ну а, чё, хотя, ну, к тому моменту они должны вот это достроить, да, они это достроят когда-нибудь достроят, да, ну, ладно, сначала все достроят, все мои проекты, и мы будем тогда заканчивать, потому что шансов у нас уже дальше маловато, так, придурки, что с вами не так? Лестницы есть, чтобы перелезть. Нет, с этим все в порядке у них. Они, наверное, в дом уже таскают. Да, они уже в дом начали таскать. Молодцы, молодцы.
Носите все в дом. Твою мать, а? Как ты там оказался? Черт. О, все, минус фермер. Да твою мать, что ты стоишь-то? Беги! Ну, дебил, а? Ну, вот это вот... деградация меня реально напрягает. А еще он один бежит. Вдвоем бегут, ладно. Ну, неужели, а? И то не все пришли. Молодец, взял, побежал. Взял и побежал. Он сдохнет. Возьми его на ручки. Ну возьми его на ручки. Ну, все, у нас минус фермер. Не зря делал кладбище. Кто-то приближается. Ну ладно, нет, спасибо. О, кретины. Да, посиди, пожери, правильно. Это ж важно. Спаси его, ты за ним пришел. Все, минус чел. Да. Жесть. Вон еще скелет есть. Ежедневный отчет. 185 тысяч, неплохо. Не, никто не хочет спасти тебя. Ну, братан, ну, сорян, чё? Они даже воевать не идут, когда я их отправил. Не, никто не хочет спасти фермера. Вы нападать будете, придурки! У нас все сдохнут сейчас. Все, минус фермер. Я даже загружаться не буду, потому что они кретины. Просто одно надгробие дополнительно. Все. Они даже не нападают. Они даже вообще все, они действий никаких нету. Ну его никто уже не спасет. Да, все, это... Блин, бедный фермер. Прости, прощай. Они даже не идут спасать его. Ну вот кретины, а. А он не умирает. Что за бред? Все? Нет. Иди спаси его. Скончался. Ну все, ебись. Придурки. Мудаки, а? Реально конченые. Идиоты. Дом достроить не могут, блин. Уже неделю его строят. Дом маленький, ушлепский. Хе-хе. Ну, как вы понимаете, да, наши вообще всем плевать на него, на всех. Поэтому, ну, как бы нет никакого толку продолжать, потому что... О, надгробие понес, да? Ты же надгробие понес? Да, надгробие, нет бы твою мать человека спасти, он надгробие тащит. Ну, молодцы какие, а? Красавцы. Зато на кладбище пополнение. Да, иди вон, поплачь. Поплачь, поплачь. Меньше посышь. В следующий раз будете спасать. Придурки. Ё-моё, ну вот раньше, до еще вот из всех этих обновлений, с этим было вообще все в порядке. Так, чё это за... житель...
А житель поселения погиб. Что-то еще минус 8. Как? Спал на земле? Ты придурок? У тебя кровати нет? У тебя реально кровати нет? Зачем ты спал на земле? У нас в домах, в каждом доме. Стоп. Сейчас эти придурки кровать поставят ему. А, уже поставили. Нет, это не ты. Кто у нас? Как ткача зовут вообще второго уровня? Так, вот один ткач. В смысле? Стопэ, вы дом что ли сдали? Стоп, а где ткач третьего уровня? А, вот второго. Тебя зовут Лайф. Да. Они дом сдали, молодцы. Так, а здесь ты будешь хранить... Ага. А здесь ты будешь хранить вот это. И на полочке у тебя будет находиться вот это. Не, а... А на этой полочке у тебя будет находиться вот это. Все? Да, вроде все. Так, кровать надо отдать, значит, какому-то там ле-ле-ле-ле. Так, это не он. Это не он, значит, последний. Твою за ногу, да что ты делаешь-то? Кровать ему отдай. А, вот он. Все. Так, и значит у нас кровати. А, с кроватями проблемы, как я понимаю. Так, занято кем-то. Занято. Занято. Занято, ясно. Так, у нас целая общага пустует, я уверен. Нет. О, пустует. Так. И вот этого сюда. Все, теперь никто на земле не спит. Превосходно. Хотя бы так. Ну ладно, дом сдали, все, теперь ткач будет тут фигарить. Кто-то опять исчез. Ого, еще одна церквуха. Подожди, а та еще стоит? И та еще стоит? Охренеть. Надо выносить их. Да, надо. А то что-то мы вообще херней страдаем. Но зато единственный плюс есть. Житель точно придет на следующий день. Так. Ладно, с домом они закончили. О, да, принять. Да, житель, зато житель будет. Привет. Что там у тебя по статам? Разум 6, тело дух 2. Это что такое? Так, честный и всезнайка. Ага. Я еще дебил, судя по тому, что он стоит и не заходит в здание. Эй, всезнайка, дверь вон там. Сдохни тогда тут с голоду. Придурок. Че он делает? Так, ладно, давай ему пока кровать назначим. Может, он спать хочет, да? Он не хочет спать на земле, поэтому мы назначим ему кровать. А теперь пойдешь обратно? Нет, не хочешь? Ну и нахрена тебе, правильно? Может, он дорогу не знает? Всезнайка. Не, ну что он стоит, а? Так, вот это можно отменить, в принципе. Так. Нет, ламп, хотя пусть собирают. Гоблинов я тут не вижу, хотя они появляются внезапно и везде, поэтому... Он до сих пор стоит. Он кретин, походу? Да, походу у нас кретин появился. Трудолюбие 64.
Я знаю, как что сделать. Надо тебе профессию сменить, чтобы ты в город побежал. Но тебе профессию менять не на кого, потому что у нас нет никого для тебя. Потому что мы продали все инструменты, так как профессии новой не создаем. Ну ты, придурок, умрешь здесь. Ну и все, че. Ну вот, видите? Они даже все, то есть такие баги, что он даже в поселение не заходит. Все, вот он просто стоит здесь. Он не знает, наверное, как дверьми пользоваться. Или ловушек боится. Я не знаю, в чем прикол. В чем он пройти внутрь не может. То есть баги, конечно, довели уже игру до абсурда. Так, как у нас с ткачами теперь? Производительность идет, все идет. Ковры пока никто не делает, потому что нахрена? Ну ладно, на когда-нибудь они их сделают. Хотя сомневаюсь, что сделают, потому что давайте будем вообще заканчивать, потому что... Ну а толку? Мы уже все сделали, мы уже всего добились. То есть у меня сейчас по факту идет тупо строительство на... огромное количество, чтобы у меня хотя бы 80 человек был. Но столько уже багов непонятных. Откуда? Вот сейчас мы разберемся с этими гадами. И будем, наверное, заканчивать. На этом, потому что... Ну, а толку? Да? Толку. О, стоп. Вспомнишь говно, вот и оно. Да, только вспомнил. Приближаются захватчики. И наши полезли наверх, придурки. За ресурсами. Ну, армия тут здоровая. Так, ага. Все, это с голоду умирает. А, стоп, это наш. Это маг. Ну чё, ребят, они, вы же видите, что они их лечат. Давайте ваншоте их. Во, теперь они лечат себя, и то не все время. Все, осталось-то пара человечков. Пара целителей и все. Наверх полезли сразу? Охренеть, красавцы. Не, реально красавцы. Вперед, в атаку, в атаку. Мочи скелетов, у них пятихатки здоровья. О, жнец, скелет, вот этот жнец меня радует. Ну, такой классный прям. Мне бы такой, вот за скелетов мне бы поиграть, было бы прикольно. Скелет женского пола и скелет мужского пола. Все. О, тут же у нас еще крепость наша осталась. Ну, в ней, в принципе, ни черта нет такого, чтобы прям... Ну, кроме 4 слиточков золота. И все. Ежедневный отчет. 185 190. Да, дофига. Но, кстати, этот не сдох. Как я понимаю, тут надгробия нет. Значит, он в хату забежал. Жрать захотел и забежал в хату. То есть работать не хочет, жрать хочет и бежит. Молодец. Так, шерсть и тьма, дерево тьма. Никто ничего не собирает. Склады нужны. Складов нету. Зато яйца есть. Зато есть яйца. Так, вот это надо собрать, наверное. Самое забавное, что они не собирают больше ресурсы. То есть, вообще. Либо склады настолько забиты, что им, ну, им некуда собирать, либо им плевать. Как вариант. Ну, в хранилище у нас 8600 из 9100. 50, поэтому... Да, жесть. Ну, дерево хотя бы... О-о-о, красавцы. Так, я вам ради прикола сделаю склад вот здесь. Просто ради прикола. Пусть будет. Ну, раз они и так не хотят.
И здесь мы тоже сейчас сделаем пару склонов. Хотя, ну ладно, пусть будет. Пусть будет так, как есть. Да, надо на этом заканчивать. В принципе, мы все сделали. Ну вот, тут вот, одну оградку. Ну, я думаю, у нас сейчас парень сможет с ней справиться, да? Ну вот он, все, он ее доделывает. То есть сейчас он ее доделывает, мы ее устанавливаем, и все. И на кладбище уже три... Три гроба есть, блин. Обида, обида. Обида, что он дебил, походу. Он только что ее начал, потом бросил это дело и начал стул делать. Потом бросил стул, начал это делать. Вот, видите? Ну вот, дебилы. Вы же понимаете, что когда вы доделаете стулья и все остальное, то все. Ага. У нас сейчас еще и закончится все. Внезапное изменение плана. Что ты делаешь-то? Так. Да, сейчас у них пойдет все через одно место. Каменщик ничем не занят. Я тебя поздравляю, братан. Я тебе только что работу нашел. Большую такую работу. Сделай мне еще 10 вот этих. Камня, кстати, нет. Надо уже камень начинать добывать. А, хотя подождите, камень добывать. Ага, камень добывать. Камень добывать у нас есть где всегда. Возобновить. Так, и выход. Приехал торгаш, ну и вали обратно. Да, все идет, ну, неплохо. Если не считать кучи багов, то все идет, в принципе, неплохо. А, сюда мы не можем подняться, потому что у нас тут замесы начнут сразу же. Обидно, обидно. А, вот тут вот я их не соединил, да? Тут даже ниже прокопаться и соединить. О, молния прям жахнула где-то у нас в поселении. Охренеть. Забавно будет, если в жителя попадет. Вот мне интересно, он помрет? По идее... О, смотрите, сколько голодающих, и никто не идет жрать. Попало. А, он обосрался. Да, смотрите, у него хп сняло. 397 и 427. В ужасе, малый. Молния-то в него попала. Житель поселения погиб. Я не знаю, что это, наверное, молния попала. Он, в него молния прям шарахнула. И хп ему сняла. Прикольно. Ну, реально прикольно. Ладно, ребят, на этом мы тогда будем заканчивать. Да, все, в принципе, 61 житель, это предел мой в данный момент. Ну да, можно, конечно, еще заставить их строить все те дома, которые у меня вот здесь, но я сомневаюсь, что это приведет меня к чему-то в данный момент, потому что надо кучу всего сделать, огромную кучу. Ребята не справляются, надо делать огромное количество ткачей, чтобы они хоть как-то справились. Поэтому да, на этом мы будем заканчивать прохождение данной игры. Буду ждать обновлений. Надеюсь, конечно же, на вот этого парня. Очень надеюсь. Хочу узнать, что это такое. Как говорится, кто он и с чем его едят. Да. Так, вот. Ну, ткач третьего уровня. То есть у нас... А, у нас фермер освободился, кстати. Да, у нас освободился фермер. Добро пожаловать. Добро пожаловать, фермеры. Ну и да, 187 и 190. Ну ладно. В общем, да, жду, конечно же, обновлений, потому что хочу, наконец-таки, посмотреть, кто же у нас будет новенький. Это что такое? Гнилой арбуз. Знаете, что это означает? Что они не успевают собирать такую огромную грядку после того, как один умер. Все. Да, ладно, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!